Всем привет, друзья, с вами, как всегда, я, Фризон. И сегодня я решил сделать небольшой эксперимент. А точнее, пригласить трех тренеров с Авито и поставить их против одного глобала. Я думаю, вам понравится эта идея, мне бы было самому интересно, кто выиграет из них. А я надеюсь, вы поставили лайкос, подписались на канал. Надо добить до конца лета 10к, если что, да. Давайте, пока мы ждем глобала, вы представитесь. Начнем мы с Чартом. Здрасте, меня зовут Чарт, мне 18 лет. Ранг твой Биг Стар. Понял. Ну да. Так, теперь Скелетон. Всем привет, меня зовут Илья, 13 лет, калибруюсь. Винол. Саша, 10, нету ранга. Это три тренера. Сейчас мы ждем глобала, когда он залетит, и начнем. Давайте, короче, подкидываем монетку. Ага. Вы кого давайте берете? Орла, решку? Орел. То есть Феоделия, решка. Окей, давайте, поехали. Ова. Оп. Ты что, решка. Ой, орел выиграл. Я дал. Вот орел. Какую вы берете сторону? Ой, КТ. Ладно, КТ. КТ, да, за КТ играете. 3-1. Сейчас посмотрим, кто из них выиграет первый раунд. Опа, минус один. А глобал делает свои вещи, его убивают. Окей. Сейчас бы. Не, ну комментатор я, конечно, от бога, так что не судите строго. Так, смотрим, как он выходит. Делает минус один. Один в один они остались. Тренер идет с коннектора. Глобал прячется в яму. Никого не нашел. А начинает дефать и его убивает. Найс. О, глобал покупает АВП 3 в 1. Сейчас посмотрим, как он реализует АВП. Но мне кажется, реализация будет нулевая. На апленте никого нету. Апленд полностью свободен. Лол. Пацаны. Никто не сидит на апленте. Хотя вот уже все, один есть. По минус. Красиво. Все, потихоньку начинает стягиваться. Неожиданно, неожиданно для глобала. Минус. Сигарета. Сигарета там, да. Либо сигара, ага, либо тикет. Тем временем тренер сидит уже в коннекторе. Глобал, скорее всего, об этом подозревает. Делает минус. Как это было красиво! Реально было красиво. Не каждый знает об этой позиции. Найс. Фризен, мне требуется твой комментарий. Так, что такое? Ты это видел? Да, это было красиво. Это было реально красиво. Так, у Глобала лагает. У Глобала плохой компьютер. Сейчас они пересекутся. Сейчас они пересекутся! Просто найс. Убил. Убивает второго. Остались один в один. Тренер бежит с КТ. Глобал не понимает, откуда будет бежать последний тренер. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это нормальная обманочка. Минус. Ох. На Б-плент вообще никто не ходит. Глобал мог бы спокойно зайти Б-плент и просто поставить бомбу. Он этого не делает, увы. Глобал тоже взял авик. И посмотрим, получится ли в этот раз у него реализовать его. Все. Третий чекает окно. Глобал сделал минус 2. Глобал не понимает, откуда пойдет скелетон. И, скорее всего, скелетон сейчас его убьет. Или нет. Или да, убивает. Выходит, откидывает флешку. Выходит в плен. Делает минус 1. И опять Чарт его убивает. Попытался Глобал сыграть на агрессии. У него это не получилось. $3850 остается у Глобала. Последний раунд. Посмотрим, что он сейчас сделает. Бежит на мидл. Мидл уже чекают. С калашом, правда, не с авиком. Убивают. Потихоньку Глобал чекает яму. Убьет, не убьет. Нет, у него не получается убить. Он против Чарта. Ну и потихоньку вся тима вылетает. И как бы его зажимают. Вот и все. Очень трудно, максимально трудно отыграть. Если честно, я верил в Глобал. Я думал, что Глобал заберет эту игру. Но что-то не пошло.
Тем временем последний раунд у нас идет, решающий раунд. У Глобала снова нету денег. Давайте посмотрим на счет. Счет у нас... Винол идет 0-0-11, Скелетон идет 6-8 и Чарт идет 8-4. Снова Глобала убивают, и это 3-16. Глобал всего лишь взял 3 раунда. Ну, я верил все-таки, что он возьмет больше. Реально верил больше, что возьмет. Не получилось, так сказать, не фартануло. Ну, в общем-то, как-то так они отыграли. Если честно, верил в Глобала, думал, заберет все-таки молодой. Что там, пацаны на калибровке, всего лишь один бигстар. Я вообще бы ничего не забрал, я потому что лох. Как бы, что... Что? Калаш с винками. Кто это такой? Это нуб. Это просто нуб. А на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вы поставили лайкос, подписались на канал. А с вами был Фризен. Всем удачи, всем бай-бай. Saw you at the corner of my eye. Why don't you just blow my mind if I could just